Я Джек Моррисон. Когда-то меня считали героем. 20 лет я возглавлял Overwatch. Мы положили конец восстанию машин и проложили дорогу в светлое будущее. Хорошие были времена, но они прошли. Мир захлестнула волна преступлений. Люди говорили, что нам не удалось выполнить свой долг, что виноваты мы. Начались протесты. Толпа жаждала моей крови. Я едва уцелел. Возник заговор. Overwatch подвергся атаке извне и изнутри. Нашу штаб-квартиру взорвали вместе со мной. Они решили, что я умер. Отчасти это так. Но война продолжается. Теперь я действую скрытно. Наношу удары с тени. Выслеживаю тех, кто разрушил Overwatch. Можете звать меня линчевателем. На деле же я просто солдат.